Человек стоит перед зеркалом и машет своему отражению левой рукой. Его отражение в ответ явно машет той, которую назвали бы правой. Будь отражение не отражением, а реальным человеком. Голова же и у человека, и у отражения сверху, а ноги снизу. Этого практически невозможно не заметить, поэтому вопрос о данном асимметричном аспекте мироздания тревожит почти каждого с самого раннего детства. Почему же зеркало меняет местами право и лево, а верх и низ не меняет? Ответ вроде «зеркало вообще ничего не меняет, вопрос некорректен» вряд ли является тем ответом, который действительно отвечает на вопрос. А это, кстати, весьма нехилое умение, которое крайне полезно в себе развить. Способность понимать, что именно спрашивает человек, даже в тех случаях, когда в формулировке его вопросов что-то не совсем корректно или даже совсем некорректно. В данном случае некорректность присутствует лишь в небольшой степени. По вопросу не ясно, имеется ли в виду некий физический процесс или же определенная иллюзия, связанная с особенностями человеческого сознания. Именно это часто сбивает людей с толку, не позволяя им найти ответ самостоятельно. Первым делом многие задумываются о наличии у человека двух глаз, которые расположены на оси лево-право. Простота этого ответа буквально-таки подталкивает людей, не раздумывая сказать «да, вот она причина». Глаза у человека расположены горизонтально, и из-за этого что-то почему-то меняется в отражении. Однако эта гипотеза ошибочна. Ровно те же ощущения испытывали бы и существа с глазами один над другим или даже с одним глазом. В этом каждый может убедиться лично, подойти к зеркалу и закрыть один глаз. Отражение от этого ничего не поменяется. Давайте взглянем на физику процесса, которую здесь, впрочем, скорее следует назвать геометрией. Предположим, что где-то рядом с зеркалом есть источник света, испускающий лучи во все стороны. Один из этих лучей падает на поверхность зеркала. В случае с идеальным зеркалом, угол, под которым луч падает на поверхность зеркала, равен тому углу, под которым он отражается. Назовем этот угол альфа. Чтобы упростить геометрию, мы вместо трехмерного пространства рассмотрим плоскость, в которой лежат обе части луча, до отражения и после. Углы бета и бета-штрих дополняют углы альфа до 90 градусов, а следовательно эти углы равны между собой. Построим перпендикуляр к поверхности зеркала от источника света и продлим отраженный луч за поверхность зеркала. Что мы можем сказать о расстоянии от точки их пересечения до поверхности зеркала, то есть x'? По построению 2 альфа плюс бета плюс гамма равно 180 градусам. Однако при этом 2 альфа плюс 2 бета тоже равно 180 градусам. Следовательно, угол гамма равен углу бета. Два образованных нашими построениями треугольника имеют одну общую сторону. Один прямой угол и один угол, равный бета. Равные углы двух треугольников являются прилежащими к общей стороне. Следовательно, по признаку равенства треугольников, треугольники равны между собой, и x' равно x'у. Мы никоим образом не учитывали численное значение того угла, под которым луч упал на поверхность зеркала. То есть равенство x' и x сохраняется при любом угле падения. Из этого следует, что зеркало ведет себя так, будто за ним находится идентичный отраженному предмет на том же расстоянии от поверхности зеркала, что и оригинал. Иными словами, зеркало не различает горизонталь и вертикаль. Для него особым является только лишь направление, перпендикулярное поверхности зеркала. В отражении не меняются места ни лево и право, ни верх и низ. Инвертируются лишь координаты по оси перпендикулярной поверхности зеркала. Только эта ось является особой на фоне всех остальных. И эта ось – глубина, а не вертикаль или горизонталь. Такая особая ось, естественно, никак не может вызывать наблюдаемый огромным количеством людей эффект асимметричности в отражении. Но эффект-то наблюдается. То есть, если само зеркало не имеет особой оси параллельно его поверхности, то хоть что-то ее должно иметь, воображаемое ли, реальное ли, но должно. Что именно? На этом месте я сразу же скажу конечный ответ. Благо, он столь парадоксально звучит, что приступ удивления испытают даже многие из тех, кто думает, будто понимает всю логику процесса. Физический эффект, благодаря которому зеркало ведет себя так странно – гравитация. Неожиданно, правда? Так сходу даже и не поймешь, почему. Однако за несколько рассужденческих итераций до этого ответа дойти довольно просто. Если в физических свойствах зеркала особой оси, кроме глубины, не предусмотрено, то, скорее всего, особая ось расположена где-то в голове человека. И действительно, как он определяет, что отражения поменялись лево и право? Наиболее очевидным способом – представляет себе, что его двойник встал на место отражения. Наиболее естественный способ встать на место отражения – это перейти туда при помощи ног.
А наиболее естественный способ при помощи ног дойти до требуемой точки – головой вверх, а ногами, соответственно, вниз. Не отдавая себе в этом отчета, человек представляет себе перемещение людей исключительно так, как людям свойственно перемещаться. Им, в принципе, все равно, смотреть ли на север, на юг, на запад или на восток. Все эти направления равноценны, как и все промежуточные. Однако не все равно, снизу ли их ноги и сверху ли их голова. То есть в сознании человека существует таки особая ось, вертикаль, перпендикуляр к поверхности Земли, параллель вектору силы ее, то есть Земли, притяжения. Все повороты в пространстве человеком чисто машинально рассматриваются в первую очередь относительно этой оси. Особенно повороты при перемещении других людей и самого себя. Имея человек иную привычку перемещаться, например, прыгая он в нужную точку, переворачиваясь при этом с ног на голову, ему бы казалось, что зеркало меняет вверх и низ, а лево и право, наоборот, сохраняет неизменности. Иными словами, асимметрия отражений – это психологическая иллюзия, вызванная наличием особой оси не в зеркале, а в сознании человека. Что, в свою очередь, вызвано чисто прагматической асимметрией поворотов человека в пространстве. Что, в свою очередь, вызвано наличием ярко выраженной гравитации в местах привычного проживания человечества.